Маэстро. Blame me, blame me, blame me, blame me, blame me, blame me. You become my pyroclastic flow. Всем привет! У нас на операционном столе BMW в кузове E39, пятерка. На данном автомобиле у нас 500 000 пробег. И тут никогда не мыли подкапотное пространство, и тут творится полный просто. Блин, давай посмотрим сюда. Здесь вообще просто все в масле. Я не знаю, здесь какое-то техническое отверстие для чего-то оставили. Эту штуку по просьбе владельца мы вообще будем выкидывать. Она уже высохла. Сколько пыли там, грязи. Фу. Так, в первую очередь мы сейчас деликатно, аккуратненько демонтируем вот этот вот чехольчик. Да, здесь это запикивает, какие маты прекращают. Это BMW, тут материться не получается. Тут в любом случае придется материться. Смотри сюда. Масло, просто масло. Как BMW может жить без масла? Она питается маслом просто. Вот это что такое, посмотри. В смысле, я не знаю, чем это снимать можно, блин, просто. Я думаю, что мы это все дело отмоем в любом случае, как новое будет. Так, ну что, в первую очередь мы разберем все вот эти пластмасски, чтобы максимально можно было подлезть, вымыть все это. Все, что можно разобрать, мы разберем, короче, здесь. Дальше все запшикаем составом Golden Star, чтобы отмыть все вот эти вот загрязнения масляные, потому что по-другому это все не получится. Что, также для этого будем использовать кисточки, всякие там средства для очистки двигателей. После чего это все мы высушим турбосушкой, чтобы, главное, она завелась после этого, потому что вариантов нету. Но ее в любом случае надо будет заводить. Законсервируем, и будет все как новое. Так что следите за процессом. А что с кожухом? Кожух уже все, он умер просто. Тут он типа служил этим воздухозаборником, охлаждал что-то, наверное. Короче, он трясется весь. Все, друзья, мы приступаем к мойке мотора. Так что следите за нами и, главное, подпишитесь на наш канал, чтобы смотреть эти классные видосы про D-Tape. Motherfuckers love me. Young ass niggas, they wanna thug for me. Wish I was the guy father, sell drugs for me. But all they can do. BMW делают вещи, они японцы. Потом нормальные люди с ними всю жизнь воюют, занимаются сексом. Да. Вот покажи сюда, по-братски, смотри. Сука, масло. Офигеть. Ну что, друзья, наконец-таки мы завершили мойку над этим ужасным мотором. На это нам потребовалось около 5 часов времени. И, блин, результат реально вам очень сильно понравится. Поехали! Сука. Даже не успел еще помыть, он уже испачкался. Даже прикоснуться не успел. Почему? Потому что BMW. Ну как тут все в масле просто.